Жизнь – мгновение между прошлым и будущим. Вслушайтесь в эти слова. Живите каждым мгновением. Радуйтесь тому, что вы можете видеть, слышать, ходить, радоваться. И делитесь этой радостью с вашими друзьями. Я, Екатерина, это лето провела замечательно. С группой «Зурбаган» была в трех странах. Албания, Македония, Греция, остров Кефалония. Путешествия оставят неизгладимый след. И все, что я видела, запомнится на долгие годы. Составила маленький репортажик. Маленький, я считаю, по сравнению с тем, сколько я увидела. А увидела я много, очень много, с друзьями, в прекрасной компании. Такие путешествия запомнятся. А как прошло ваше лето? Запомнится ли оно вам? Я желаю вам жить радостно каждым мгновением. Ведь наша жизнь – это мгновение, мгновение. Не успеешь оглянуться, а жизнь все пролетела. Путешествуйте. Я желаю вам добра и мира.